leading the games, Irina Slutska. Ира Слуцкая сейчас на льду, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпионка мира, Европы, многократная чемпионка России. И она открывает, как сказать, череду выступлений наших величайших фигуристов. Этот номер можно назвать хроникой побед. Потому что что не имя, вот начиная с Ирины Слуцкой, это великие победители. Великие спортсмены. Олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Ирина Слуцкая, и на нем олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. И выступают ребята в тех же костюмах, в которых становились олимпийскими чемпионами. Прошли годы с того момента, как они закончили свою активную спортивную карьеру. Немножко потренироваться и снова на лед. Конечно, я шучу. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Замечательный фигурист-одиночник, великий спортсмен. Правильно нам показали трибуны. Зрители на трибунах понимают, что
что то, что делает сейчас Якудин, по-прежнему уникально. Посмотрите, какие дорожки шагов у него. Татьяна Навка и Роман Костомаров. Тоже со своей олимпийской программой. Олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров. Олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров. Всех шести участников. И, честно говоря, хотелось бы пожелать, чтобы они смогли передать победную эстафету тем спортсменам, которые будут представлять Россию на Олимпиаде в Сочи.